Друзья, долгожданная новость. Запустился тестнет на платформе Tempus Finance, и сегодня я вам покажу, как пользоваться платформой. Поехали! Итак, дорогие друзья, для начала нам нужно перейти на сайт тестнет Tempus Finance, в правом верхнем углу подключить MetaMask кошелек. В самом кошельке нам также нужно еще переключиться на тестовую сеть Gairly и затем запросить тестовый эфир для работы. Копируем адрес своего кошелька, переходим на сайт крана Gairly, где мы будем запрашивать эфир. Для верификации нам нужно сделать твит. Вот здесь снизу вы увидите ссылочку на этот твит. В нем нам нужно будет поменять адрес кошелька на свой. Все, и сделать твит. После чего вам нужно будет сохранить ссылочку вашего твита и вставить ее вот сюда в окно. Затем запросить необходимое количество эфира. Где-то через минутку, может две, тестовый эфир придет вам на кошелек. Иногда так бывает, что на кошельке он уже есть, а на сайте не отображается. Для этого вам нужно будет просто обновить сайт и, возможно, заново подключить свой кошелек. Теперь переходим к пулам. Вы увидите сверху Available Pools, то есть те, что сейчас доступны. Давайте вот просто выберем первый Lido протокол, перейдем в него. Сейчас мы находимся в простой версии, также можно перейти в более расширенную. В простой версии мы можем свой эфир занести Fixed Yield или Variable Yield, то есть фиксированным процентом и с переменным. Давайте я уже заносил, я для примера вот вам покажу. Один эфир я хочу занести Fixed Yield. Вам нужно подписать транзакцию. Она отправится в пендинг. Я уже это делал несколько раз. Вам для начала еще нужно будет сделать approve. Здесь же он будет approve нажать, подписать, а потом уже непосредственно отправить транзакцию. В течение где-то 30 секунд, возможно, до минуты, транзакция подтвердится, и необходимое количество эфира, которое вы указали, будет занесено в пул. Вот уже видите, все успешно. Также вы легко сможете забрать назад свой эфир. Ну, я уже тут 3 создал пула. С того пула, куда вы заносили, забрать из него эфир, и он опять у вас появится на кошельке. В более расширенной версии у вас есть уже здесь функция Mine, Swap, Pool и Redeem. То есть вы можете сделать свой эфир, ну, например, тоже один, перевести в Principles и Yields вместе. Да? Подписывайте транзакцию. И через какое-то время она появится. Также провести свап. Свап одного токена в другой. Я это тоже уже сделал. Вот таким образом пишите количество и подтверждаете. Также занести в пул. То есть сразу создать LP tokens. Давайте вместе с вами это сделаем. То есть вы выбираете необходимое количество монет, они автоматически подтягиваются в правильном соотношении. Опрувите их. И вы создадите LP tokens. То есть по факту это уже новый токен, который включает в себя эти два. Все. И как только транзакция выйдет с пендинга, да, все, обе подтвердились, вам нужно будет ее просто подписать. Все, подписываем транзакцию. Подтверждаем. Все, буквально там в течение минуты транзакция из пендинга выйдет и подтвердится. Все, наша транзакция подтвердилась. Вы также можете сделать редим для этого, выполнив несложное действие, выбрать количество, заапрувить и тоже подписать транзакцию. Вот, в принципе, все, поэтому пользуйтесь. Совсем скоро разработчики сайта учтут все рекомендации, все отзывы, и уже будет запущена основная сеть. Будьте на связи и до новых встреч!